İrfan Sekira. Наша гордость. Это финалистка телевизионного проекта «Голос», которая завоевала признание и любовь многомиллионной аудитории зрителей. Дорогие друзья, для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Калимуллина. Thank you.
концертную программу продолжает ансамбль танца «Казань», художественный руководитель. Дорогие друзья, совсем скоро в Казань на Всемирную универсиаду, праздник молодежи, соберутся спортсмены, туристы, гости со всего мира. Кадыр дослар, инде шинанда, белгенегыща, ишеткенегыща, пизден в Казан урамнарында универсиада байрағы жилтірден. Яшлерінен күңіл көтеріңкілігі, ихлас елмайлары, жәйлі ушла барлык дыняга таралар. И тот мост дружбы, что царит сегодня над Россией, волшебное семицветие отразится в Орских водах, выльется бурным радостью.
однажды потоком на широкие казанские проспекты озарит улыбкою лица горожан. Yeah.
ізі тарихларда қалды көмілеп. Бала жиле қалғансыз ғырлы жанға сіңді сірлі мұң болып. Бала еңлеп шапқан тұлпаратлар үзәклеріне кесіп үткендір. Thank you.
аплодисменты из вокальной хореографической композиции «Зенгершен». Исполняет Гульнас Гафурова и заслуженный артист Республики Татарстан Рустем Асаров. Чишме. Yine sana
Дорогие друзья, скоро в степях под Уфой, в Башкортостане, зацветут благоуханные травы, и помчится по степи длинноногий жеребенок. Его чарующая трогательная юность озарится в сердце нежностью и болью, сойдет радостно, светло и, самое главное, жарко на душе. Тизден язна рвежилләре башкырдалары булып баллы чәчәк исләрен таратыр. Ялларын уйнатып чапкан колыннар кешнәве болыннарны яңратыр. Шу яшәү дәрте бар җиһанга таралып, күңелләргә яңа күтәренкелек өстәр. Ә бүген сәхнәдә бәйрәм, дуслык бәйрәме. Ә сәхнәбезнең түрендә Башкортстанның халык артисты Римма Амангильдина. Башкирская народная песня «Эль-Мелек». Thank you.
Рустем Закиров. А на сцене татарская фьюжн-группа «Шуряле». Попурри на башкирские народные мелодии. Sen gelmişsin, yine varım.
İlyasova. На нашу концертную программу продолжает ансамбль танца «Казань». Субунда кишке уйон.
Казани. Ансамбль танца «Казань». Ну что ж, мы продолжим. Кадерле дослар, бүген безнең белән бергә шушы мәхәббәт залда Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин дә бар. Мөхтәрәм кунагыбызны чын күңелдән сәламлибез. Очень приятно. Илһам дулкыннары, моң тирбәлеше, биюләрдәге дәрт безнең күңелләребезгә кереп аны тагын да сафландыра, байыта. Дуслыгыбыз мәңгелек булсын диясе килә. Мост дружбы. Мы словно поднимаемся по его ступеням все выше и выше. Так звуки музыки и вихри танца объединяют нас и дают нам чувство духовного богатства, нерушимой дружбы и, конечно же, родства. И пусть наша дружба будет вечной, объединяя Уфу, Казань, Москву. Бейгичевлар мұнын бүгінгі күнге қадар сақлап, татар халқына жеткіруші мұн әліфәсі Халида Бейгичева. Oh,
Sahnede Tatarstan'ın Alkazan'dan artisti Resim Nizamov. Jırlık dostlar. Заслуженная артистка России и Татарстана, главный продюсер проекта Мосдружбы Москва-Уфа-Казань Наиля Фатехова. Zavrular nat izmi, ben duri.
yıllar bulde ver bulde. Değerli dostlar, kolay bulun. Gülmen, büyümen.
Kırmış onu damarı. Rahmet, veremem. Ансамбль, танцы Казани, художественный руководитель заслуженной артистка Татарстана Чулпан Закирова. Хореографическая композиция «Хорезм». Ömründe acıtan gün.
икенче өчен башлыйбыз. Ваши аплодисменты. Вы знаете, дорогие друзья, сегодня в этом зале, в самом сердце России, звезды татарской эстрады дарят вам свою музыку, свои песни, свою душу и свои сердца. И так хочется, чтобы мост нашей дружбы оставался нерушимым. Безнен бүгінгі концертта қадірлі қонағымыз Россия сәнғәт өлкәсіндегі иң абыройлы шәхесләрдән болған. Бүгінгі көндә якташыбыз Дина Гарипованың остазы Александр Градский қатнаша. Народный артист России Александр Градский. Добрый вечер. Yeah!
Александр Борисович. Александр Борисович еще не уходит, дорогие друзья. Продолжим. Спасибо. Александр Борисович, ну, во-первых, разрешите мне поблагодарить вас за то, что вы согласились принять участие в нашем проекте и присоединили свой легендарный голос голосам наших звезд. Это раз. А во-вторых, вы скажете обязательно. Но я просто обязан сказать вот это. Во-вторых, разрешите от имени всех зрителей, сидящих в этом зале, а также от имени всех татарстанцев, поблагодарить вас за то, что в телевизионном проекте «Голос» вы заметили голос нашей Дины Гариповой. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, много лет назад я так для себя сделал оркестровку очень красивой песни моего товарища, близкого товарища-композитора Марка Минкова. Его уже нет на свете, к несчастью, так это произошло совсем недавно. И она у меня так и лежала почти 20 лет. А потом в проекте, вот этом, который, видимо, как-то произвел какое-то впечатление, было задание. Я должен был, как наставник, со своим участником, с участником своей команды, как обязательство вот что-то такое вот вместе сделать. И мы это сделали как обязательство вместе с Диночкой Гариповой, которая прошла на сцену. Александр Градский, Дина Гарипова. Кремлевская грация.
Зина Гарипова. Александр Градский. Зина Гарипова. Александр Градский. Зина Гарипова и Александр Градский. Александр Борисович, еще раз огромное вам спасибо. Благодарим вас. Александр Борисович, вы теперь наш татарский. Спасибо большое. А у нас для вас, дорогие друзья, есть еще один сюрприз. Итак, дорогие друзья, на сцене Кремлевского дворца премьера клипа «Евровидение 2013» с участием Зины Гариповой. Большое спасибо, Бектюр Рахмет, Диночка. Я хочу тебе вот такой стишок сказать. Я немножко пишу, я разбелею.
терен тамырлардан барады, ерларын. Нет, не звездой хочу я вас назвать, которая далека и светит только ночью, а солнышком земным, что может излучать тепло и свет в сердца наши и очи. Саша Градский, ты теперь татарин, понял? Так что за 300 лет-то мы растворились. Вот. Спасибо, Саша, что звезды зажигают, сгорая сам, светишь другим. Однажды меня спросили: Нурулла, ты из России? Я сказал: нет. Все возмутились. А кто же? Я говорю: Россия во мне, с моей маленькой родиной, Татарстан. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты Дине Гариповой. Сахнада, Татарстан, халык артиста Рустам Валиев.
сәхнеде Татарстанның ат қазанған артисті Роза Хабибуллина. Ансамбль танца «Казань». Танец с веерами.